Чрезвычайное положение в области здравоохранения продлили до 15 сентября. Такое решение приняла Нацкомиссия по общественному здоровью. До этой же даты сохраняются все действующие ограничения. По словам премьера Иона Кику, мера полностью оправдана. Число новых случаев заболевания значительно увеличилось. Мы фиксируем обращение в центр COVID и на этой неделе ожидаем новые рекорды. Количество мест в больницах ограничено, поэтому прошу всех, пожалуйста, соблюдайте санитарные правила. Между тем, с 1 сентября начнут работу школы и детсады. Все сотрудники учебных заведений обязаны строго соблюдать противокоронавирусные меры. При этом окончательное решение об открытии должна принять администрация школ. Также с начала осени граждане Молдовы, возвращающиеся из стран зеленой зоны, больше не обязаны проводить 2 недели в самоизоляции. В нашей стране чрезвычайное положение в области здравоохранения было введено 16 мая и продлевалось несколько раз.